Дядя помог мне с работой здесь, в корпорации. Как минимум на год хочу быть рядом. Ты должна принять решение. Что за корпорация взяла на работу племянника священника? Узнаю завтра. Мы – люди будущего, ориентированные на прогресс и успех. Мы верим в освобождение от всех уз и ограничений, в том числе и от порядочности. Старым устоям пришел конец, и мы финансируем все, что подходит нашей идее. Падре, вы можете помолиться за спасение души моей начальницы? Лучше молитесь за ее жертвы. Мы должны знать планы конкурентов. Используй для этого нашего итальянца, он работает с их офисом. Я не устраивалась на должность проститутки. Ты познакомил меня со шлюхой, которая выкрала информацию. Мы должны уехать отсюда вместе. Это место какая-то трясина, она затягивает меня. Не берись решать за Господа. Иначе ты никогда отсюда не выйдешь. А если бы признаться, что вы действовали в пользу конкуренции? Я с ним даже не разговаривал! Я просто подумала, может, будет лучше, если ты обратишь меня в веру? А с чего вы решили, что я еще верю?